Вирусная популярность. Танец молдавского врача облетел социальные сети, набрав множество восторженных комментариев и лайков. Звезда ролика – терапевт Лучия Булгару Миронюк из Унген. На этом видео Лучия Булгару Миронюк отплясывает под знаменитую песню Рэя Чарльза «Hit the Road, Jack». Дело было 25 августа во время выступления в Унгенской больнице музыкантов Kishinev Youth Orchestra. Знаете, благодаря этому концерту я так эмоционально зарядилась. Мы, врачи, ведь в постоянном стрессе. Все отдыхают, а мы работаем. После концерта усталость как рукой сняла. Музыканты играли потрясающе. Dar, într-adevăr, tinerii care au venit au o muzică frumoasă, plăcută, care trecea prin suflet. Лучия – терапевт с почти 30-летним стажем. Весной ей, как и многим другим врачам, пришлось сменить профиль работы. Когда пошли первые случаи ковида, мне стало страшно, выдержу ли я, смогу ли я лечить людей. А когда начали привозить пациентов, страх прошел. К тому же я должна была дать пример коллективу, показать, что ничего не боюсь, и у меня получилось. Смены с утра до позднего вечера, а дома ждут дочери, младшей 13, старшей 23. Она решила пойти по стопам матери и учиться на врача. Дети меня понимают, когда прихожу домой, расспрашивают, как дела, как на работе. Они, как и я, сильно переживают, как я рассказываю, что не удалось спасти пациента. Они моя опора и поддержка. Лучия говорит, за эти полгода врачи пережили столько, сколько за всю свою практику. Работают на износ и просят всех нас помочь им, или хотя бы не мешать. Очень прошу, позаботьтесь не только о самих себе, но и о близких людях. Молодежь этого не понимает. У нас в отделении лежат только старики, и именно старики умирают от этой болезни. Всех их заразили родственники. Никто из пациентов в возрасте не ездил за границу. С весны в Унгенах зафиксировали более 300 случаев заражения коронавирусом. 10 больных скончались.